Почти 200 тонн щебня завезли на улицу Краснодарскую в Анапской. Материал для сельских округов передают бесплатно. Средства необходимы на доставку щебня и работу дорожной техники. На этом этапе жители станицы, депутаты округов и администрация объединяют усилия. Люди принимают очень активное участие в благоустройстве своих улиц. Все заинтересованы, чтобы был возле дворов порядок. А в данный момент люди собрались, закупили материал инертный, это гранулят. Хороший материал. Завезли этот материал на свои улицы. Администрация города-курорта Анапа помогает им в планировании этого материала и укатывает его грейдером. Технику со дня на день ждут и на улицах Охотничья, Партизанская и Колхозная. С инициативой отремонтировать участок дорог выступили жители. Завезли дорожный материал. Следующий этап – планирование и устройство дорожного покрытия. В первую очередь это делаем для себя, для своей улицы. Вы видите, что у нас происходит. Все в пыли. Получилась возможность, собрались, скооперировались и проводим. Спасибо вот новому главе, который нам помог с техникой и помогает и до сих пор. Новый сельский глава начал свою деятельность с самого острого и злободневного вопроса – дорог. Бюджетные средства пойдут на ремонт запланированных ранее участков дорог, а бесплатный щебень – хорошая возможность пополнить список благоустроенных улиц. В дальнейшем планируем зайти еще с такими же видами работ на улицу Лесную, населенный пункт Бужор, хутор Бужор. Там порядка 450-500 метров проезжей части также будет ремонтироваться, также будет сниматься грунт, будет завозиться щебень с дальнейшей его планировкой. Еще 200 тонн щебня скоро отправится в хутор Тарусин на улицу Речную. В организации ремонта примут участие жители и депутаты округа. Техникой поможет администрация.